Губкинский уже сухой. В этом году город справился со снегом необычайно быстро, а потому и больших проблем с лужами не было. Но все же в некоторых дворах вода еще стоит. Жильцы 7-го микрорайона мучились с этой лужей всю прошлую осень, и вот она вернулась весной. Людям постоянно приходится искать пути обхода. Конечно, большие неудобства создает, потому что, чтобы вот мусор хотя бы выкинуть, нужно обойти вот так вот все через детскую площадку, все это полностью очень неудобно. Или сапоги нужно вот такие вот большие одевать, или же как-то это делать очень неудобно. Очевидно, что добровольно эта лужа из двора не исчезнет, а значит, воду надо отводить. Видите, что там стоит где-то 15-20 сантиметров воды. Так должно быть. Поэтому мы сейчас принимаем все необходимые технические решения, чтобы воду с этой части микрорайона 7-го отвести. Думаю, в этот летний сезон мы обязательно эту работу сделаем. Но это еще не все перемены, которые будут в 7-м микрорайоне. Также увидели, что здесь прямо смотрится проезд вдоль 48-го дома в 7-м микрорайоне. Будем в этом году погружать теплотрассу, делать сквозной проезд, чтобы здесь был нормальный второй выход в этой части микрорайона. Жители микрорайона эту идею горячо поддерживают. С новым проездом станет гораздо удобнее. Да и коммунальщикам будет сподручнее очищать двор зимой. Обустройством проезда займутся сотрудники Ямалкоммунэнерго. К работам планируют приступить уже в июне. Предварительно у нас уже договоренности были, чтобы данные сети изменить вид прокладки на подземный. То есть мы в июне месяце, когда произойдет остановка теплоснабжения, с 15 июня предварительно, когда остановим горячую воду, займемся именно изменением способа прокладки, чтобы осуществить данный проезд. В 6-м микрорайоне тоже предстоит большое благоустройство. Этим летом проезд около 42-го, 45-го и 46-го домов основательно отремонтируют. Полностью заменят дорожное покрытие. Возле 42-го дома обустроят парковку площадью 172 квадратных метра. Всего за это лето благоустроят 165 дворов. А это и ремонт подъездов, и установка лавочек, и освещение, и другие виды работ. На эти цели выделено почти в 6 раз больше средств, чем в прошлом году. Это объем финансирования на 82 миллиона рублей. Причем 72 миллиона рублей – это именно деньги, которые заложены на смену дорожного полотна в придомовой территории. Есть очень много проблемных участков, очень много обращений жителей нашего города. Поэтому в этом году масштабы и объем работ касательно благоустройства дворовых территорий, он очень большой и очень значительно отличается, чем в том году. Если в том году мы на эти цели потратили 14 миллионов рублей, то в этом году это 82 миллиона рублей. Елена Канина, Денис Гимп, Руслан Утанов. Новости Губкинского.